After a horrible misunderstanding, the wizards entered combat with the Count, who had little choice but to easily defeat them and cast them into the underworld of Niflheim. There they would seek someone who would return them to the corporeal realm and Mafia. Na, Deva Schwarzen Klant, Refa de Clara Nibara Noem. Null pot klamt in Visifar. Niflheim boning of dot. Go de yivet oder af lan. Door. Som voretsu aglibet arbeit agen tragehagen. Hit den door en bi, o spatz und megel. Итак, что собственно, надо сделать? Поздороваться нужно, да, сначала. Всем привет, и как хилочку сделать? Я уже не помню, я тоже забыл, сейчас. А что это за перчатка? Я возьму, это да? Перчатка Влада, да. Сейчас. Так. Так, как делать? А, вот, спешка. Ну, в общем, да, вы поняли, мы продолжаем наконец-таки проходить мэджику спустя... довольно-таки длительный. Почему я хиляюсь и умираю? Чё за... Ну, у меня ледяной доспех, смотри. Ну сейчас, и... сейчас. Ну, почти, ладно. Итак... Почему меня убивает хилка? Что? А чё ты... А ну, подожди, сейчас я попробую. Ну, воскреси меня сначала. Сейчас. А, нет, наоборот. Не знаю, я взял перчатку Влада пока что. Я понял. Сейчас я попробую. А зачем? Ладно, пойдем. Мне, в общем? Так вот, мы наконец-таки продолжаем мэджику спустя довольно длительное время и все. Окей. Стой, что это? А? Что это? Я понял, это да? Короче эти элементали, да. Вот. Вот. Огненного, значит, нужно бить водой. А, тут, видимо, по стихиям просто. Все логично. Огненного водой. А где огненный? Топ, а того как? Это... Нет, это уже... Это молния, да, это молния. Это молния. Его водой надо бить. Не знаю, может его огнем бить надо. А, тоже водой? Водой, ну это ж молния. И что это молния, чё? Ну, так и тоже. О, холод ему тоже урон наносит, видишь? А как холод делать? А, я вспомнил. Нет, холод не сильно урон наносит. Да, вода, правильно. Так, в общем, ну сейчас мы разберемся. Это а быстро. Чем ты эти колючки поставил сюда? Это ты поставил. А, я. Прикольно. АСФ пробел, это спешка. АСФ пробел. Погнали. Ну, почти. А куда нам идти? Не, ну не иди к ним, не буди их, блин, ну ты... Да ну все, идем дальше. Ого, что-то так лагает. А, по-моему, это конец. Стой, давай этого убьем уже. Да нафиг он тебе сдался, не трогай. Нормально, идем. Да, потихоньку. Подожди, АСФ пробил, да? Угу. Все. Ладно, идем просто мимо них, идем. Так как это мимо? Они же за нами гнаться будут. Блин. Будут гнаться и чё? Пусть гонят. А как мы потом их всех убьем? Зачем нам их вообще трогать? Ну как-то они как бы нападают на нас. А, зачем ты это сам сделал? О, свет. Ну вот и все, тупо идем дальше. А, я не успел среагировать. Что случилось вообще? Так, куда мы вообще идем? К смерти, да? О. Эй! Какой-то он злой немножко, да. Не рад нас видеть вообще, по-моему. Так, чё? О, ему жизнь, им жизнь урон наносят. О, да? А, ну да, он же сдохнет. Все верно. Так, мне бы на себя только сейчас чуть-чуть не использовать. Ну да.
кстати, неплохо. Да, я не могу, я по кнопкам не попадаю с непривычки. Ну, что поделать. Я вообще не помню, какими кнопками пользоваться. Так что все нормально. Ох, еще. А, не молнии. Неплохо так фигачим. Угу. Луч жизни. А, вот так, вот так, вот так, сейчас. Ува. А что ты сделаешь? Ну, помнишь, как мы с тобой хиляемся этими минами? А, я понял. Так, а, сейф пробил. Какие мы магики уже изучили, я не помню просто. А, ты думаешь, я помню. А, их многовато. Блин. Не, как-то жизни не очень много урона наносит по чуть-чуть. Ну почему? Неплохо так. Так, идем. Сойдет, в принципе. Да, о, нормально. В целом довольно. Так, АСФ пробил. Может, тут еще эти твари. О, вот так я буду делать. А что ты сделал? Эти шипы с жизнью. Да, тоже неплохо. А, он на этом. На мостике. На мостике. Да. Опа, а чё я какой-то. А, я замороженный был. Где он? Стоп, а что перчатка Влада вообще дает? Что-то я в ней смысла не вижу. Я вообще не понял тоже. Она единственное, что на этот реагирует плохо. На жизни она. Нельзя хиляться как. Да не, вот, и вот я хиляюсь, все в порядке. Ну не знаю, я хилялся и я умирал. А, сделай себе что-нибудь вообще. Отлично. А, я чуть-чуть как бы горю. А, да, жизнь вот. Плохо влияет, что. Я а тебе... как чем хиляться? Я не знаю. А, зато мне аркан ничего не делает. А как воскрешать на всякий случай? В, А, пробел. Ну-ка, а чем я хильнусь? Может, мол... А, нет, молния не хильнусь, ясно. В, А, пробел. В общем, перчатка Влада фигня какая-то. А по ней можно посмотреть этот? Ну, нафиг она не может. Нет, нельзя. Ладно, идем. Так, все. Никакой вообще. Так, ладно, идем. Там город скелетов какой-то странный. Серьезно, жили нормально, пацаны, и все. Тут мы взяли пошли. О! Влад. Влад. Формерен Сибакон инфорен. И сахар и ябанни. Сейчас, смотри. Что там? А, я думал можно взять. Да, конечно. Ладно, идем. Идем. Где тут нет никаких. Вот на классных. О, смерть босс. Брать. Наверное. Чего? Черт, не люблю боссов. Жизнь ей не наносит урона. Я думаю, наоборот наносит. Ну не наносит. А, вот, видишь, когда она становится материальной. Ага. Вот, это она сейчас привидение, сейчас. Рано. Ага, я понял. Ух ты, ёб твою мать, она с одного удара вынула. Ну, она ж смерть. Ну, а, я что? Понял, стой, смотри. Смотри, стоим в таком кругу. Хоп. А, ясно. Вот, видишь, хоп, нифига. На кого она нападает, еще не пойми даже. Стой на месте. На. Я ж тебя хилял. Блин, как ее бить вообще? Вообще есть идея, смотри, сейчас. Смотри. Ну вот. Вот так. А что ты сделал? Мечом ее бить жизненным. А как вот, сделать смотри. Меч жизненный? В. Ну и Shift.
Shift и это, и левая кнопка мыши бить мечом. Я понял. То есть, видишь, у меня атака быстрее. Ага, он мне мстит, смотри, смотри. Это... Ой-ой-ой. Ох ты. Эй, ребята. Делай хилочки свои. А, я горю. Воскреси меня, я немножко умру. Я сейчас сам умру. Воскреси меня быстрее. Воскреси напарник. Ох ты. Живи. Кажется, давай, теряй. П, А, пробел. Хорош. Видишь, я... Так. Давай, мышкой, бей ее! Хильни меня, и я начну бить ее. Отлично. Давай, Shift, левая кнопка мыши. Видишь, смотри. Я понял. Хорош, хорош. Давай, меч, короче, нужно зарядить. Так вот и ждать ее. Все, я готов. Ничего, опять! Ау. Меня выкинуло. Что это было? Это она меня в круг взяла. Что за на... А, так это иллюзии, да? Ну да. А почему я двигаться не могу? Ну, потому что она охотится только за мной, и она меня убила. Воскреси меня сначала. Ага, спасибо, босс. Да Таш. Блин, это капец какой-то. Как мне узнать, где настоящий? Я не могу двигаться. Резни меня, резни. Резну. Еще раз. Давай, быстрее. А, фак. Давай я очень резать. Блин, как давай сложно. Давай быстрее, пока... Тихо, я готов. ПВП со смертью, подожди. Иллюзия. На! Бля, ты какой. Кто играет? Кто играет? А как ты определил? Я еще не в курсе. Ага. А, ну да. В общем, вот она там такая появляется. К тебе подбегают иллюзии сначала, понял? И там будет момент, когда она появляется, и нужно быстро ударить. Бей! Ну. А, это она? А как определять? Я не понял. Она материализуется, видишь, она такая иллюзорная сначала. Ой, сейчас будут эти гоблины всякие. Иллюзорные. Давай ее бить сейчас. Ой. Извини. Воскреси меня. Да я хотел бы, но как-то все замедлилось. А, я, наверное, случайно слоу-муви сделал. Ну, тоже неплохо. А, ну, почему? Как-то... Почему? Готов? А, нет. Скажешь, вот она. Я попал. Нет. Готовься. В, снова клацай, В. Нет, ну... Иди просто... Мне все равно, я лупаюсь. Олег, ты какой-то неприспособленный. Что за бред вообще был только что? Я не знаю. Воскреси меня для начала. Да я в курсе, сейчас. Давай. Да ну что ж. Воскреси меня еще раз. Сейчас. Быстрее. Меня смерть убила, Олег. А нет, я успел бомбочки поставить. Да. Ой, молодец. Ой, вообще. У нее осталось чуть-чуть, давай. Да я уже вижу. А, меня подожди. Я умер. Я умер. Нет! Да. Мы умерли. Прикинь, вот это вот. Вот, вот это вот позор. Так, блин, ладно, я теперь более приспособлен. Сейчас мы покажем ей люлей, люлят. На. Вот так вот, видишь, все. Так кто это сделал, ты или я вообще? Неважно. А, кто... я... а, ты гений, просто гений, Евгений. Массовые стрелы не делают. Что с тобой вообще? А чё я двигаться не могу, слышишь? А, лузер. Я могу. Я вообще ничего делать не могу. Я зато защитил. А ну убей меня. Чё, серьезно? Или не, может. Ну,
сейчас спасись от смерти. Ой, карабина. Ну я ничего не могу сделать. Я как будто повис. Ничего не могу сделать. Ты лузер. Вот. А сейчас. О, может меня откинет, я смогу двигаться? Ну вот, нет. Я откинул, но ты не можешь двигаться, да? Нет, ничего не кастуется, ничего не происходит. И как это произошло лузер вообще? Лузер вообще. Может, у тебя клавиатура сгорела? И мышка одновременно. Слышишь, что? Вот. Бам! И ничего она не успела скастовать. Ну, видишь, какой-то молодчак. А, опять я играю, да? Я на игру и кастует, я просто не в курсе. Кто? Где? Скажи. Пей! Да что ж ты так поздно говоришь? Я понял, но ты поздно говоришь просто. Если... Ой, не успел. Ай, жуба мертвая! Надо было резать меня, я же сказал тебе. Ну мы уже знаем, все в порядке. На, все в порядке уже 100-500 дублей. Все. Тихо-тихо, на кого? На кого? На кого? На тебя. А, ну не. Бомба кидал. Ну так я ж веду ее. Стой, я наоборот бомбочки готовлю заранее, и это. Вот, понял, я под тебя их кидаю. Вот так. Вот, смотри, какая двойная комбинация. То неплохо, да? Mm-hmm. Ну, сейчас я... Оу, ты. А, ну, у тебя получается, не то, что у меня что-то не очень получается эти раунды со смертью. Эй, не то заклинание! Ресай, ПА пробел. Ну, да, хорош. Не наступай на них, пока она не подойдет. А, это твои подготовленные заранее или что? Да. Давай, сволочь. Иди сюда. Это я случайно сделал или кто? Я не знаю. Да, отлично. Короче, мы по ней попали. Самое главное. Вот этих уродов. Воу. Оп, надо играть, Олег. Я играю, это плохо. Тихо. Не забывай, что shift бей. Да ну, ёба твою вот мать. Так. Как? Я не могу я увидеть, где она, серьезно. Ой. Что она делает? Глянь, что-то она там пальцем потыкала. Опять игра, что ли? Не знаю. Стой, Олег, бегай. А? Бей ее. Нет, я хотел добежать до бомбочек. Бей. Хорош. Подожди. Почему меня не хиляет? Убей этих уродов. А, ну они сами умерли уже. А, тихо-тихо. Сейчас вроде то заклинание, что надо. Ну просто меч. Я не вижу нифига. Какой-то узкий вот, круг. Бей. А, нет, блин. Как ты определяешь эту фигню? Убей еще. А, я горю. Не хочу гореть. Оп, Олег. А, я играю. Давай. А, да, ты. Скажешь, да? Ну ты сам смотри, не забыл, да, не забудь просто shift. Давай, бей. Да я не увидел, честно, я не могу определить, ну вот не вижу я, хоть убей. Серьезно, если б я видел. Бам. О, со мной, все нормально. Ну, да. Добей ее уже наконец-то. Молодец. О. О, давай, добей ее еще раз. Олег, ты это отхиляйся там нормально, а то у тебя что с хп проблем. Я не могу хильнуться, пока ты с ней в игрушки тут играешь. Давай чуть-чуть. Да капец, сколько можно. Она поняла, кто тут умеет играть, а кто нет. Вот как? Я не пойму, как ты определяешь. Олег, отхиляйся. Все, я хилюсь.
Сейчас в шарики в вот эти не трогай. А где смерть? Вон она, там, скачет. Вот-вот-вот, она сейчас прямо на шарики попадет. Да за кем она? А, нет. А, вот она идет, да? Да-да-да, она идет. А нет! Резай, вы пробел. Я помню. Я резнул тебя, нет? Нет, резнул еще раз. Я резнул тебя, все. Да блин, я не хотел щит ставить. Рис? А, нет, я еще живой. Я уже не живой. Я ее убил! Да? И сам сдох. Все в порядке. Блин! Что? Что, простите? Что за... Я шаю... О! О май гад! О май фукинг гад! Мы же... Я ачивку Олег, получил дай, даже. Дай под меня бомбочки, Олег. Я ачивку получил. Как так-то? Нет, ты видел это? Что? Олег, Олег. Да Олег, что? Шо, стой на месте. Стой. Я умер из-за тебя. Из-за меня? Ну, сам сказал, стой на месте. Да почему я ставлю щит? За кем? За кем смерть идет? Не важно, ты главное... О, за тобой идет. Рез меня. Да, подожди, рано. Вот че. А, что ж. О, неплохо так. Скелеты, давай. Начи скелеты. Эй, меня заморозили. Ну, меня тоже, щитчик. Не умри, только смотри, я заморожен, так что не умри. А, я бью смерть мечом обычным, прикольно. Так, бей ее этим самым, как она называется? А кто играет? С кем? Я. Ты это играешь? Я. О, я еще и замедление случайно прожал. Или ты? Ты? Скорее всего, ты. Да я случайно. Ускорение такое получилось. Вот я сейчас смотрю, наблюдаю, как ты определяешь. Ну она в последний, момент как бы появляется вообще-то. Ну не знаю, я не могу определить. Серьезно. Вот смотри, нет. Ну вот я смотрю, наблюдаю. Они все исчезают еще в этот момент, понимаешь, лишнее. А, да. То есть вот. Ну-ка, ждёт. Сейчас я на лишнем буду смотреть. Видишь, хоп, они исчезли. Так они исчезли. Когда ты ее ударил уже. Нет, нет, Олег, стой. Отлично! Вот, так вот это делается. Учись пока. А ну-ка, я ее добью. Вот сейчас ты ее добьешь, должен добить, просто обязан. Не, ну как тогда-то? Ну мы выиграли, я ачивку получил даже. Да блин, как-то напряженно сильно. Ты... На! Есть, все, молодчага. Мы даже живы оба остались. 5-5-5 смерть. Шикарно. Магика, призыв смерти? Прикольно. Это... По номеру, да, звонить. Ладно, наверное. На этом мы с вами прощаемся. С вами Гарри Джастел и Стас. Всем пока-пока.